Всем привет! Это Топ Дота и наша чудесная рубрика, давно не выходившая, в которой мы знакомимся со всякими старыми, удаленными, пофикшенными и просто кардинально измененными героями Дотана. И в этот раз меня занесло не куда-нибудь, а прямиком в самую первую бета-версию нашей игры, а точнее в Dota All Stars версии 0.60. Сейчас у нас уже полным ходом идет 7.0 что-то там, как вы сами знаете. А теперь представьте, насколько же давно была версия 0.60. И представьте, насколько сильно она отличалась от нынешней. Поехали! Легендарный Dota Mix возвращается с новыми бонусами. На сайте доступен новый режим Sports, где можно ставить деньги на профессиональные матчи. Также доступен режим Free, где можно получить вещи абсолютно бесплатно. А во всех остальных старых добрых модах увеличили шансы на арканы и на дорогие имморталки dotamix.com. Ссылка в описании. Сразу скажу, что даже запустить эту карту было довольно непросто. Для нее нужен специальный старый клиент Варика, который хрен где найдешь. Но мы справились и теперь можем наслаждаться. Наслаждаться мы будем Венгой. Это первый наш сегодняшний герой. Он не сказал бы, что прям удаленный, но если вчитаться в скиллы, то вы поймете, что между нашей, всем привычной Вингой и Венгой из 0.60 общего разве что имя. Да и дота тогда была, мягко говоря, другой. Взгляните хотя бы на этот мид, на котором указывается каждой из сторон по две лютых тир-1 вышки, ну или на непонятных лайнинговых крипов. Но мы все-таки пришли за Венгулией, так что давайте чекнем ее скиллы. А первый у нее не очень-то интересный. Это таргетный нюк с эффектом интерапшена. То есть он наносит урон и сбивает кастующийся скилл врага. Ну типа это круто, конечно, но сейчас у героя на этом слоте стан, который как бы тоже сбивает каст, так еще и дизейблит на несколько секунд. А тут же просто 250 дамаги. Зато куда интереснее скилл номер 2. Здесь это какое-то лютое АОЕ, которое кастуется куда вы захотите и наносит немало урона. По механике и по анимации скилл похож на ульту ЦМки, только отличие здесь в том, что вы можете выбрать себе область, куда будете эту штуку кидать, ну и радиус поменьше, а так прямо реально ульта ЦМки. Урона эта штука наносит просто нереально много и фармить с ней одно удовольствие. По-моему, эта вещь будет слегка поинтереснее нынешней хероборы, которая просто снижает броню. А если бы я еще и сразу понял, что скилл Чейнилинг, то было бы вообще круто. Следующий спелл это Блинк. Как я уже когда-то говорил, разработчики ранних версий Доты всегда руководствовались одним простым правилом. Если не знаешь, какой скилл всунуть герою, то суй ему блинк. Так вот и здесь обычный дефолтный блинк, нечего рассказывать. Ну и ультимейт. если вы рассчитываете увидеть здесь обычный ульт, то вы ошибаетесь. Казалось бы, визитная карточка Винги ее свап. Но нет, в изначальной версии Доты у Винги был аватар не ВКонтактовский и не Джеймса Кемероновский, а чутка другой механике можно сравнить с ультимейтом, например, Алхимика. С активацией ульты герой на время получал баф в виде бонусных хп, бонусного армора, бонусного урона и полный спел иммун. На последнем левеле вы могли лутнуть 600 хп, 15 урона и 10 дополнительной брони. Такой себе баф, надо сказать, но зато обратите внимание на его длительность – 100 секунд. И это при кулдауне в 120, то есть основную часть катки вы проводили именно в бафнутом обличии, и что самое главное, со спел иммуном, по-моему, это просто жесть, и герой был реальной имбой против пиков с большим количеством разной магической колдовской нечисти, которую Винга попросту не ощущала. В общем, как вы сами видите, Венжифул Спирит 13-летней давности – это совсем другой герой, который абсолютно никак не связан с нынешним. И таких героев в бете было довольно много, чуть ли не каждый второй. Да и Винга далеко не самая интересная. Так что обязательно ставьте Лукаса на ролик, и я сделаю новый выпуск подобной рубрики, если можно это так Назвать. И обязательно пишите в комменты, обозревать мне по одному герою за ролик, как сейчас, или же сразу по 3 или 5 штук, но более кратко. Ну и на этом все. Можете еще написать, как вам старая вингуля, написать на кого мне сделать следующий ретро-обзор, а также подписаться, чтобы ничего не пропускать. Удачи!